И всем привет, друзья, с вами Декс. Ставьте лайк, если ждете зимние промокоды Free Fire. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые промокоды. Мне должны дать промокод, по идее, если я не ошибаюсь. И он будет или на калаш, или будет на этого вот, получается, скин на Дина ангельский. Получается, чтобы принять участие, то просто подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И это будет зимний заключительный промокод, который будет на моем канале. И поставьте лайк под пост ВКонтакте. И сегодня я хочу задеть тему, связанную, как же можно будет бесплатно получить себе 30 тысяч алмазов, бесплатно себе футболку с росписью от Рональда, настоящего Рональда, прикиньте. А также, как же можно будет участвовать в этом во всем конкурсе. Сегодня в этом видео я хочу вам это все рассказать. Хочу, чтобы вы посмотрели это видео от начала до конца. И сначала давайте посмотрим, как Михаил Литвин порекомендовал нашу игру Free Fire. Давайте мы с вами еще посмотрим. Совсем недавно у них вышла коллаба с Криштиану Роналдо. Вы вообще осознаете, что это за уровень? Они сделали по нему персонажа. С 22 по 25 декабря Free это самое очень важно. Бомбовый челлендж, где вы должны повторить любую эмоцию с Free Fire, и вы сможете получить мерч Криштиану Роналдо или любой другой подарок. Я в свою очередь попробую повторить вот эту эмоцию. Ну-ка. Смотрите, самое главное. То есть, смотрите, что нужно сделать. С 21 по 26 число у вас будет шанс получить себе подарки, которые сказал Литвин в этом видео. Вы также сможете получить потом еще плюс 30 тысяч алмазов. Это тоже написано все у нас в Free Fire. Написана группа ВКонтакте, если что, можете зайти посмотреть. И получается, что нужно сделать? Нужно взять любую эмоцию из Free Fire и сделать ее в жизни. Заснять это на телефон и выложить себе в ВК. Также нужно поставить хэштеги, которые тоже я напишу. Смотрим. Ну, вы не обессудьте, понимаю. Я просто сложный трюк выбрал, сложную эмоцию, но вы можете неплохо выбрать и выгрузить ее либо в Инстаграм, либо в ВК. Ну и, самое важное. Побороться за крутые ризы. Ну-ка, сейчас вот эту эмоцию попробую. Так. Вот она, наша темка, ребята! Красава. В общем-то, он все очень важное сказал, то, что вы сейчас слышали. И принимайте участие, это будет очень весело. Я тоже, кстати, сделал один видос, в котором вы увидите эту эмоцию. Поставьте лайк, если хотите это увидеть. Вот, и я думаю, это будет жесткий контент, вам точно понравится. На 10 минут я это буду смотреть. Если вы еще не видели, какие ютуберы пиарили нашу Free Fire игру, то, в принципе, можете посмотреть, у меня есть 2 видео на моем канале. Можете чекнуть после этого видоса. А также поставьте лайк на мою запись ВКонтакте, мне будет очень приятно. В общем-то, всем огромное спасибо, зайдите в ВК, мой ВК, ссылка будет в описании. Добавьте друзья, поставьте лайк на новую запись. Все, увидимся завтра, будет жесткий контент, отвечаю вам, это зайдет. Всех с наступающим.